Всех приветствую, вы как всегда на канале Седой Инвестор, меня зовут Артем. Сегодня будем разбирать актуальные новости в мире криптовалют, а также затронем общий профит, самый актуальный из закрытого чата. Это мой личный проект по заработку, получив доступ к которому ты можешь на постоянной основе получать списки самых перспективных альткоинов на сегодняшний день по среднесрочному заработку, а также по долгосрочному накоплению. Всю подробную информацию можешь найти в описании ролика, а также последний профит за октябрь-ноябрь месяц. Поэтому обязательно ознакомься с этой информацией. Ну а теперь давайте начинать. Что у нас творится по крипторынку? Итак, во-первых, очень важная новость. Объявлена дата удаления BUSD с биржи Binance. Криптовалютная биржа Binance полностью прекратит поддержку стейблкоина BUSD и проведет его делистинг 15 декабря. Компании отметили, что эмитент актива Paxos прекратил его выпуск. Погашение стабильной монеты будет доступно до февраля 2024 года. Вывод BUSD отключат 31 декабря, после чего балансы пользователей биржи, кроме Японии, Франции, Италии, Польши и Казахстана, автоматически конвертируется в FDUSD. В августе Binance сообщила клиентам о намерении прекратить поддержку BUSD. Представители компании сослались на расследование NYDFS. В результате регулятор приказал фирме остановить выпуск BUSD. Согласно CoinGecko, капитализация стейблкоина снижалась с конца 2022 года. За год показатель опустился с 22 миллиардов долларов до 1,7 миллиарда долларов. А также не забывайте, буквально недавно, именно 21 ноября, в ходе сделки с министром США Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов, а ее глава Чанпин Чжао на штраф в размере 50 миллионов долларов. Ну и соответственно уход с должности гендиректора. Что касается стейблкоинов, в принципе можно не суетиться, как было сказано, будет конвертация в новый стейблкоин, но вообще, если вы интересуетесь именно стейблами и не знаете, какие покупать, заходим на CoinMarketCap и выбираем один из трех, а лучше все три по общей рыночной капитализации. На первом месте у нас USDT, на втором USDC и на третьем децентрализованный стейблкоин DAI. Это лично моя вам рекомендация. На сегодняшний день я пользуюсь только этими тремя. Лично я уже давненько избавился от BUSD и рассказывал вам ранее по воскресеньям об этом. По этим дням выходит рубрика «Пополнение виртуального кошелька на 100 баксов» и с помощью этого контента я пытаюсь вам показать, каким способом работает техника усреднения, также максимальная диверсификация. И в это воскресенье выйдет уже следующий ролик. Поэтому также подписывайся на этот канал, чтобы не пропустить данную рубрику. Она очень важна. Помимо негатива, есть еще довольно позитивная новость, а именно новый прогноз на биткоин. Ну а точнее подтверждение на старый прогноз, то что биткоин вырастет на 100 тысяч долларов уже в 2024 году. Аналитики Standard Chartered Bank заявили о верном направлении крипторынка и подтвердили свой прогноз, согласно которому биткоин достигнет 100 тысяч долларов к концу 2024 года. Об этом сообщает CoinDesk. По словам регулятора отдела валютных исследований компании Джеффа Кендрика, основным катализатором роста цен станет одобрение нескольких биткоин ETF США. Мы думаем, что ряд спотовых биржевых фондов одобрят в первом квартале 2024 года, как для биткоина, так и для эфириума. Это откроет путь для институциональных инвестиций, заявляет данный эксперт. 100 тысяч долларов за один биткоин – довольно адекватная цена. В принципе, прогноз, так сказать, лайтовый. Не забываем то, что на носу уже халвинг по биткоину, а после этого события, как правило, биток улетает в космос. Посмотрим, что будет в этом году. Ну, точнее, в следующем. Итак, токен Super дал общий профит по среднесрочной сделке, которую я рекомендовал 8 ноября. Сейчас появится скрин до покупки, и в итоге он вырос на 468%, менее чем за месяц. Это огромнейший профит. Выстрелил он намного раньше, чем ожидалось. Обычно средний срок у меня отрабатывает от 1 до 6 месяцев. Но, как показывает практика, сейчас во время начала бычьего цикла активы стреляют очень рано, бывают даже на следующий день. Но это крайне редко. Мой личный профит составил около 140%, об этом я рассказывал в бесплатном телеграм-канале. Кстати, можно на него тоже подписаться. Также токен Bake с последней рекомендацией дал профит в размере 86%. Лично мой профит составил 65%. Рекомендация также была среднесрочной, в принципе, отработала идеально. Такие дела с актуальным профитом закрытого чата. Если интересно, повторяю всю информацию
информацию найдешь в описании данного ролика. Ну, в принципе, все. Всем пока. Точнее, до завтра.